Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы смотрите видео, у вас наверняка возникла проблема. Да ладно! Вы скачали себе Sims, купили, установили. Английский язык у вас в настройки заходим. И здесь мы не можем поменять язык. Но на самом деле все делается это очень просто. Не нужно ничего скачивать, никаких дополнительных программ. Мы просто берем, находим ярлык на рабочем столе, как у меня. Расположение файла. Щелкаем. Появляется то, куда мы устанавливали игру. Заходим. Папка Games. Вот у меня Sims 4. Находим папку Language. Language Changer. Выбираем здесь. И вот, собственно, все языки, которые доступны в игре. Находим здесь русский. Нажимаем ОК. Здесь тоже соглашаемся. Ставим Да. Теперь выходим из игры, перезапускаем ее. И сейчас у нас должен быть уже все. Видите, вот все. У нас уже можно видеть, что подсказки начались вот. На русском языке, значит, и язык здесь будет у нас русский, все, да. Загрузить новая игра. Все на русском, все отлично. Все работает. Вот вам небольшой такой способ, который, я думаю, должен у каждого получиться. А как это оно на самом деле, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы не подписаны. Скоро здесь будет много контента по Sims, да и не только. Всем спасибо, всем пока-пока.